Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я получил телефончик на распаковочку. По идее, должна быть какая-то Nokia. Я точно не знаю, что там за телефон, поэтому сейчас посмотрим. Сейчас мы распакуем. Так, резко. Приехала Nokia 8600. Так. Достаем. Коробочку кинем на пол. И вот у нас Nokia Luna 8600. Вот такой вот черной коробочки. Откроем, посмотрим, что у нас там внутри. Так, внутри, значит, сам телефон. Так, штучка у нас еще. Так, диск. Инструкции. Наушники. Зарядное устройство и кабель USB. Собственно, все. Больше ничего у нас здесь нет. Сейчас посмотрим сам телефончик. Положим сюда. Телефон. Поглядим. Ну, ничего, хорошо смотрится, выглядит отлично. Все в пленочках. Классно покоцано, конечно. Пленка тут. Не пойму, в чем он. Тут. А, это тоже пленка. Угу. По периметру тоже какая-то пленка непонятная. Какая-то. Ну ладно. Ничего не такое у нас. Аппаратик. Так. Включим. С батарейкой. Так. 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 Порядке. Переставляем обратно. Вот так вот. Вот туго крышечка закрывается, конечно. Так, телефончик запустился. Рецепт. Звук работает. Bluetooth включен. Надо выключить. Так, сейчас выставим язык. Танец. Так. А. Не то. Дисплей. Стендер, пол, клип. Индикатор. Так, где что тут у нас? Русский язык. Русский. Все, русский язык поставили, русский язык есть. Так, а теперь как бы Bluetooth отключить. И коллекция. Где Bluetooth? Все, надо. Все, Bluetooth отключен. Так, ну что, все.
квадратик пришел, однако. Хороший. 86 за моя луна. Только пленочкой, наверное, тут стеру, что ли, потому что она такая реально не очень хорошо смотрится. Пошарпанная все такое. Ну а так телефон, в принципе, все в порядке. Все, спасибо, пока.